Всем доброго времени суток, с вами канал Art Money. И сегодня у нас видеообзор на вот такие вот ананасовые кольца, дымка, добрые сладости. Это у нас пряники. Покупала я их в фикс-прайсе. Они очень шуршат и очень ароматно пахнут. Нам понадобится наша тарелочка, тарелочка-помощница. И сейчас я немножко пошуршу. Так, вот теперь давайте посмотрим состав. Здесь у нас 400 грамм и состав. Ага, вот он сфокусировался. А кому интересно, можете нажать стоп и его прочитать. И также изготовитель. Вот другие, я думаю, не обязательно вам там. Что там, Казахстан? Нет, оно уже не фокусирует. Вот так они выглядят. Довольно симпатичные, но кое-где вот они поотваливалась. Смазка, наверное, это была. Похоже, они на баранки. Ну, как баранки-пряники. Они очень ароматно пахнут. Уже был запах, чувствовался через упаковку. И давайте посмотрим. Они мягкие, а внутри просто как пряники. Хотя нет. Нет, есть вот кусочки маленьких ананасиков. Вот кусочек, вот кусочек. Не везде, правда. Не везде, но они есть. И давайте попробуем. На вкус очень мягкие, нежные. Вкус ананаса. Не, ну, сладкое, но не приторное. Такие они прям это, ароматные, но вот прям мягкие. Обычно в магазине покупаешь пряники, они бывают, часто попадаются жесткие, полужесткие. А здесь вот они даже мягкие, даже вот они ломаются, как хорошо. Ну, кусочков ананаса, конечно же, мало. Вот он есть. Ну да, это кусочек ананаса, но их мало. Вот, я читала, прежде чем сделать обзор, читала отзывы, и многим нравятся они. Решила вот попробовать сама. Очень вкусные. Очень прям ароматные. Невозможно оторваться. Вот с чаем, кстати, прям вообще будет шикарно. Можно их, кстати, и подарить. Вполне можно подарить. Ну, немножечко тут подцапанное, конечно, но это будут любые пряники. Или, допустим, когда гости к вам придут, вполне тоже можно. Советую. Очень вкусные, очень понравились. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Money. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Также смотрите другие ролики, влоги, обзоры. Обзоры из фикс-прайса, из обычных магазинов. И всем пока-пока.